Я нажал, вот видео пошло. И вот можно вот так. Все. Нажимать ничего не надо. Вот так, да. Немножко врезаться будет, но ничего. Хорошо, вот так и ну, как бы, а потом заземляться так можно. Да, ноги точно так же. И старайтесь откинуться, то есть вот проскользить попой вот так. У тебя подушка есть там же, проникла? Кто-то подушка же есть, да, она надуется там. Ну, должна. На попу, когда приземлится. Да, да, мы постараемся подхватить за карабину. Но если не подхватим, то ваша задача просто ноги удерживать, чтобы они туда вниз перешли. И проходить этот попой вперед. Себя снимаешь? Чего? Ты мне как дал, так я и снимаю. Ты потом... И камеру старайся поровнее держать, а то потом экран придется переворачивать. Ну вот так вот держи, чтобы горизонт был. Сейчас мы откинулись назад обязательно, хорошо? Сейчас мы посмотрим, как вас перехватить. Только я так не вижу, что я снимаю. Вот здесь вот перед карабином мы вот лямочку вот эту. Вот эту лямочку берем вот так вот. Это я. Не, не вам. Вы как замки держите, вот так вот попробуйте. Правильно? Вот это? Да. Попытались поднять вот так. Попытались. Опа, все, назад, спокойно. Спокойно, назад. Мне вот прям само это вот, мне сначала интересно, как детьми это будут делать, да, все, прям, потому что такой новый опыт прям, интересно. Сереж, готов тандем, пошел. Бежать левую, отрабатываю, побежали, держим левую. Все, отлично, летим. Да. Yes. Ура! Прием. То же самое. Он будет заходить на посадку параллельно. Слева я с правой стороны. Раньше закоронился. Сначала закоронился, а потом снизу я что-то подхватил. То есть как он руки будет так же держать, и будет что-то ходить. Полет он все время руки сейчас ноги подходит. А нет, я сейчас полет отпустить, если он не нормально. Бронислав, скажи, если комфортно, можно отпустить ноги и сесть поудобнее, руками себе помочь пассажиру. Держи. Спокойный полет без всяких линговеров.
отмотка закончена. Броник, аккуратно, заходи, ювелирно, мы здесь принимаем, ждем тебя. Помнишь, что мы принимаем, так что зайди более ровно, полого, и чтобы мы могли сориентироваться уже сейчас на заходе. Никуда, просто стоим на месте. Сейчас он будет заходить немножко, виляется. Ну как костры? Пройди влево туда немножко, сдуйся. И старайся не раскачивать крыло сейчас. Еще пройди. Вот пошел разворот плавненько, спокойно. Выравниваемся против ветра, еще правее. Вот так, да, заходим. Не дергай крыло, не раскачивай. Мало только. Погода подкисла. Молодцы. Мне теперь ее не выключить. Как впечатление? Ой, замечательно. Не страшно было? Нет. Так красиво. Так, Жень, выключи эту камеру. Даже все, а я пытаюсь. Все еще будет летать. Мне было страшнее. Не, я...